Основа баракалуфикум, то, что является запретным, это если твоя торговля тебя отвлекает от ваджибатов. Если твоя торговля, то есть твой бизнес, человек в один бизнес, во второй, в третий зависит, если эти виды бизнеса мешают тебе выполнять права Всевышнего Аллаха и права Его создания, которыми Он тебя обязал, то для тебя это становится уже, вот это тавассу, вот это расширение этого круга становится запретным. Если для тебя причиной вот это расширение в торговле, в бизнесе, открытие нового бизнеса препятствует выполнению желательных каких-то вещей, например, ты начинаешь халатно относиться к желательным молитвам и так далее, то для тебя это является чем? Макрухом. Если же тебя не отвлекает это ни от дозволенного, ни от желательного, то есть, и ты все это выполняешь, тогда тебе остается правильное намерение сделать. Правильное намерение баракалуфику в торговле, делай этот мубах, то есть своим намерением, превращай его в ту вещь, которая тебя может приблизить к Всевышнему Аллаху. Как пришло от некоторых салифов, они говорили, что я надеюсь на награду в своем сне точно так же, как надеюсь на награду в своем кияме ночном. То есть что это значит? Что это значит? Имеется в виду, баракалуфикум, вопрос намерения. То есть он награжден за намерение. То есть он ложится спать с намерением каким? Ложусь спать, чтобы быть бодрым, поспать и мог спокойно ночной молитву. Знаете, мы об этом забываем. Все мы спим. Все спим. А кто такое намерение перед сном делать? Я сейчас лягу спать, чтобы утром Аллах Субхану Тааля дал мне силы, чтобы делать побольше благих дел. То есть, знаете, сколько мы аджра упускаем? Сколько мы аджра упускаем? Вот точно так же в торговле. Ты когда занимаешься торговлей, ты не забывай про аят, про который Всевышний сказал. «Лама халякту джинна валь инса илля лия абудун». Я создал джиннов и людей только для поклонения мне одному. Поэтому даже эту торговлю, ты скажи, Аллах, ты проси дуа Аллаха, Аллах, облегчи мне вот эту торговлю, сделать предметом приближения к тебе. Чтобы эту торговлю я выполнял ваджибаты, на мне обязанность содержать свою жену и своих детей. О Аллах, сделай тот заработок, который я зарабатываю и трачу на жену с садака. Потому что об этом же сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, даже сказал, если один человек положит еду в рот своей жене, ему записывается это как садака. Сделай причиной это приближение к Всевышнему Аллаху Субхану Аталию. То есть тех вещей, которые тебя приблизят к Всевышнему Аллаху Субхану Аталию. То есть это при каком условии, чтобы тебе это не отвлекало от обязательных вещей и не отвлекало тебя от чего? От желательных видов поклонений. Если же баракалуфикум, как у нас братья, пускается в торговлю и так далее и тому подобное, начинает заниматься этими делами, открыл первый, второй бизнес, не выполняет потом на вафиле, намазе, в садака, в урази и так далее и тому подобное, Субхану Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда умрет человек, три вещи последуют его провожать. Его имущество, его жена и его дела. И останутся с ним только дела. И останутся с ним только дела. Жена и имущество вернется. Жена и имущество вернется. И человек скажет, Роббирджиру, о Господь мой, верни меня. Аллах говорит в Коране, когда человек скажет, Калли инна калиматун ва кали. Это всего лишь слова, которые он говорит. Потому что Аллах знает, поэтому это наша акида, баракалуфикум, что Аллах Субхану Тааля знает то, что было, Аллах знает то, что есть, Аллах знает то, что будет, Аллах знает то, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. И вот этот момент относится к этому четвертому. Аллах знает то, чего нет, вернуть этого умершего Аллах не вернет. То есть такого нету. И Аллах знает, что если бы оно было, как бы оно было, Аллах знает, что если бы вернул его, он бы не делал праведные дела. Вот Аллах, я откажусь от бизнеса, от сын, что целый день только и буду знания требовать, да, вот делать. Третье, что калина, калина, это все же слова, которые говорит. Потому что если бы он был правдив, то он бы делал. Вот сейчас, вот вы сейчас все эти аяты слышали. Все же аяты, вот сейчас, вот сегодняшнего дня, чтобы не говорить те слова завтра. Понятно, да?